вам скажем по секрету, что нам очень повезло. Много разного узнали, нас узнала школа вся. Мы друг друга полюбили, мы огромная семья. Мы тем, кто остался, желаем удачи, побольше пятерок всегда получать. Забыть мы не сможем родимую школу, и будем мы часто ее вспоминать. Мы тем, кто остался, желаем удачи, побольше пятерок всегда получать. Забыть мы не сможем родимую школу, и будем мы часто ее вспоминать. Вам вручить букет большой, зачитать текст. Вы нас преданно учили, очень часто нас хвалили. Были вы не очень строги и ругали нас немного. Из года в год, из класса в класс, вели уверенно вы нас. За вами шли, стремились мы, и вот теперь выпускники. Вы нас сегодня выпускаете, большую жизнь нас провожаете. Закончился учебный срок, последний прозвенел звонок. Мы благодарны вам за знания, за доброту, за понимание, за то, что многое прощали, что было с нашего прощали. Вы уж про нас не забывайте, между делом вспоминайте. Вы авторитет для нас, вы учитель, супер-класс. Мы хотим вам пожелать меньше стрессов получать. Вы счастливые и богатые, чтобы вам подняли зарплату. Да-да. Будьте счастливы всегда, пусть не ставят вас года. На другие поколения пусть хватает вам терпения. Поздравляем вас сейчас, это ваш любимый класс. Спасибо вам большое, очень еще мальчики там. Да. Ой, как много молодых мальчиков. Заряжайтесь. Как хочется сказать, спасибо вам. И нежным, теплым волю дать слова. Не просто классный вы руководитель. Для нас опора вы, надежда и спаситель. Пусть Бог вам даст и счастье, и добро, чтобы в вашем доме было тихо и тепло. Здоровья вам, успехов, настроения, удачи, света, радости, везения. Дорогой наш классный руководитель Татьяна Геннадьевна, от лица всех присутствующих хотим вам выразить слова благодарности за поддержку и за понимание, за оптимизм и... за доброту, которую вы оказывали вашим детям и нам родителям. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, доброты, везения везде во всем, благополучия в жизни и ярких идей творчества. Спасибо вам за наших ребят. Это вам небольшой подарок. Еще раз подарок. Это тоже все для вас. Спасибо моему классу. Вообще учителям быть сложно, но и в чем здесь прелесть, что учащиеся наши дети не дают стареть. Я всегда молода душой, потому что рядом со мной вот такие красавцы и красавицы. Спасибо родителям за поддержку, понимание. Я вас всех очень люблю. Мы вас тоже. Ну а теперь у нас небольшой сладкий стол. Мы хотим поздравить ребят с этим днем, с днем окончания школы. И пожелать им удачи в жизни, счастья, везения, чтобы они действительно выбрали свою дорогу в жизни, по которой было легко и весело идти. Ну, общайтесь. Именные кусочки. Да, там именные кусочки, каждому подписано. У каждого свое имя. Послушайте, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно, значит это необходимо, что...
чтобы каждый вечер над крышами загоралась хотя бы одна звезда. Сегодня, 10 июня 2017 года, наперекор всем сомнениям, искушениям и преградам, можно с радостью сказать, свершилось. Сегодня у нас зажигается не одна звезда, а целое звездное небо выпускников 3-го тысячелетия. Добрый вечер, уважаемые родители, учителя, гости. Сегодня в нашем училище традиционный и, к сожалению, всегда особенный для поколения выпускников праздник – их выпускной бал. Мы поздравляем всех, кто пришел на это торжество, и прежде всего выпускников и их родителей. Итак, полна волнением зала, выпускников сердца трепещут, музыка уж греметь устала, все заново, наряд ищут. Родители, окончив споры, с волнением ожидают чар, сверкают радостные взоры, сердца трепещут не по бар. Ведь дочери, сыны родные, вчера лишь были так юны, но вот уж балы выпускные, года летят у них, как дни. Еще чуть-чуть, и в этом зале они появятся сейчас. Мы этот день так долго ждали, идет 11 класс. Сказки имеют счастливый конец, но эта сказка и есть и счастливое начало. Давным-давно, много-много лет назад, когда деревья были большими, тропинки в школьном саду длинными, школьные лестницы крутыми и высокими, мамы привели в школу мальчиков и девочек. Так началась их счастливая сказка под названием «Девочек». Но для нас сегодня эта сказка заканчивается, и мы уходим в большой взрослый мир. И в детство уже никогда не вернетесь? Никогда-никогда. Тогда на прощание я хочу подарить вам свою любимую игрушку – калейдоскоп. Спасибо! А что мне с этим делать? Хранить как память. Я очень хочу, чтобы вы иногда заглядывали в него и вспоминали все прекрасные мгновения, которые подарила вам школьная жизнь. Для приветствия выпускников прошу всех встать. Встречайте, приветствуйте, жизнерадостных, обаятельных, блистательных, замечательных выпускников нашего училища, выпускников 2017 года. Thank you.
Наших выпускников 11 классов, их родителей, учителей, тренеров, преподавателей, ну и наших уважаемых гостей. Сегодня они получат аттестаты о среднем образовании. Хочу акцентировать внимание, уважаемые выпускники, здесь случайных людей нет. Вы прошли определенное сито и закончили, вернее, получите аттестаты о среднем образовании одного из элитных учебно-спортивных заведений. Но то, что касается выпускников, вы здесь получили настолько серьезную базу, такой фундамент, который позволит вам уверенно ориентироваться в жизни. Вы всегда примете верное решение, вы всегда поставите себе серьезную задачу и ее выполните во благо Республики Беларусь. Директора Республиканского государственного училища Олимпийского резерва Туковского Александра Сергеевича. Столько много я еще здесь не видел. Очень приятно, что действительно такое внимание вот родные, вот все-таки, наверное, не 11 лет все здесь прошли, но именно как раз вот эта заключительная фаза, она по большому счету свидетельствует о том, что ваши дети, нынешние выпускники, они действительно зарекомендовали себя в спорте. И они являются учащимися на сегодняшний день пока училища Олимпийского резерва. И это их результат в жизни уже вы можете гордиться. Это родители. Уважаемые выпускники, важная ступень. Важная ступень именно в том, что, наверное, все-таки вот этот аттестат, он даст вам определенную степень уверенности в жизни. Но то, что, наверное, он будет выдан республиканским
государственным училищем Олимпийского резерва. Это большого стоит именно потому, что это, по сути, спортивный аттестат. Вы всегда можете им и будете гордиться. Ну, здесь много лирики, наверное, слова, а скажу только по большому счету, здесь, наверное, вы получили те азы, наверное, не точно мастерства спортивного, а, наверное, той человечности, то есть того, той тяги к высокому, тем результатам, которые, наверное, здесь должны быть самыми высокими. То, что это вам поможет в жизни принимать самые сложные и самые верные решения, это в этом я не сомневаюсь. И кто-то здесь, наверное, все-таки встанет на этот пьедестал, который мы действительно 100 медалей завоевали уже в выпуск. Выпуск, который сегодняшний, он никто, наверное, точно из моих помощников не акцентировал. Ведь этот выпуск 50-й в прошлом году. Очень много всех в этом зале, много радостных лиц и масса эмоций. Наверное, сегодня мы ставим небольшую точку в том пути, который начался 11 лет назад, 1 сентября 2006 года, когда вы привели своих малышей за руку в первый класс. Я думаю, сегодня вы не узнали своих детей, настолько они выросли, возмужали. Они готовы, они рвутся во взрослую жизнь. Но, дорогие выпускники, от себя лично и от всего коллектива позвольте вам пожелать успехов. Потому что это лето, хотите назовите его последнее лето детства, а хотите время надежды и свершения, когда еще предстоит очень многое делать. Но главное, бабус, славите свою руку звезду, пусть она будет вашей путеводной звездой. Ну, а теперь отведение к официальным словам приказа. Приказ директора Республиканского государственного училища Олимпийского резерва Тупковского Александра Сергеевича от 9 июня 2017 года номер 212 о выдаче аттестатов об общем среднем образовании. В соответствии с пунктами 4, 13 статьи 98 Кодекса Республики Беларусь об образовании и на основании решения Педагогического совета приказываю выдать аттестаты об общем среднем образовании выпускникам, успешно прошедшим аттестацию по завершении обучения и воспитания на третьей ступени общего среднего образования. Сергеевичу Павлу Владимировичу.
Мария Гуриевна. Шеридова Александра Владимировна. Шеридова Полине Андреевне. Щерба Алине Петровне. Олегу Александровичу. Гружевскому Денису Викторовичу. Бундун Карине Станиславовне. Комаровскому Егору Анатольевичу. Жигуртовичу Владиславу Павловичу. Знудову Егору Васильевичу. Даниилу Александровичу. Ильич Яне Евгеньевне. Лукьяненко Артему Валерьевичу. Мякишу Максиму Александровичу. Петренко Артему Сергеевичу. Дмитрию Александровичу. Сабути Евгению Игоревичу. Смоляк Татьяне Владимировне. Соловьевой Анастасии Евгеньевне. Старшинину Никите Сергеевичу. Стубиде Вадиму Дмитриевичу. Константину Ж-класс!
вручаются Байдуку Павлу Сергеевичу. Буглаку Василию Васильевичу. Заплешникову Александру Александровичу. Куковенцу Егору Игоревичу. С администрацией всей. За счета расходов бухгалтеров. Начало всех идей. С чего начиналась учеба? Дорогие выпускники, поздравления от самых младших учащихся нашего учреждения. Встречайте, Лагун Дарья, учащаяся 5 класса. I'm gonna go get some more.
Снимай
дорогим и тому, что было самым ценным. Я отдаю эту звезду своему детству, которое уже никогда не вернется. Детство прощаю. Эту звезду я отдаю своим учителям. Спасибо вам за то, что вы спасибо за поддержку и понимание. Я звезду своим родителям. Все эти годы они были и будут рядом с нами. Я вас люблю. Я даю эту звезду своим друзьям, самым лучшим, самым верным, самым надежным. Да здравствует выпуск 2017! Thank you.
вам в аплодисменты. Аплодисменты, уважаемые Вадик, тебя не увидит.